Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Эпоха Магии. Так, дневная награда, естественно, ребят, забираем. Тут тоже мы забираем и добавляем в друзья. Трамп Миньонс. Добавим? Почему бы и нет, ребят, да, в конце-то концов. Так, мне доложили, так, я не понял, добавить? Мне доложили, ребята, что вам нужен уполномоченный, так скажем, офицер клана. И, как мне Андрей доложил, вам его не хватает. Хорошо, ребят, короче, суть такова. Во время моего отсутствия, когда я не могу играть по причине работы или еще чего-нибудь, будет меня замещать Андрейка. Андрейка, так, где тут, как тут сделать его, например... Сейчас, секунду, ребят, посмотрим. Так, рядовых. Мы построим сейчас с вами, вот, Андрейка. Валюта, ну это понятно. Что мы можем его сделать? Повысить. Повышаем до... Сменить звание, да, сменить звание, повышаем. Ветеран. Я могу редактировать? Что я могу сделать? Еще повысить. До офицера. Повышаем. Все, ребята, это моя будет правая рука. Все вопросы к нему... Он играет, у него есть возможности на мобильнике играть, и времени у него больше свободного. Так что, если меня нет в игре, все вопросы к нему. Он будет здесь, ребята, рулить. Он этот видосик посмотрит, я ему позвоню. Да он, в принципе, и в курсе. Так, это у нас стал офицером. И еще мне нужно пару ребят. Так, леший. Давайте, ребят, наверное, по старшинству. Леший, я точно знаю, что он у нас играет. Поэтому я имею право его повысить. Я его повышаю. До ветерана. Вот. Так, дальше посмотрим. Сколько, интересно, можем мы всего ветеранов? Димон Офф. Димон Офф. Так, Андрейка. Так, у нас Егор есть. Давай его тоже повысим до ветерана. А вот так вот. Ну и, наверное, пока хватит, ребята. Два ветерана и офицер. Все-таки есть с кем перемолвиться словечком. Так что, ребяточки, не бессудьте. Да, появляюсь в игре не каждый день, признаюсь вам. Не всегда есть возможность появиться. Но, тем не менее, ребят, стараюсь. Два раза пытался сделать видосики. Все у меня тут... То интернет обрубалось, то еще что-то. Короче, я по основному сюжету прошел за светлых. Наказал, так сказать, гномов. Ну, гномы, как вы знаете, были ни при чем. Ими повелевали твари, которые завладели ими. Точнее, даже умами ихними. И я убил этих насекомых. И теперь они, как говорится, пришли в чувство, отблагодарили меня. И я пошел опять своей дорожкой. Так, ну что у нас здесь, ребята? Испытания. Давайте мы быстренько сейчас с вами это все дело зарулим здесь. Так, 33 и 25. Хорошо, сделаем это все, естественно, на ускорение. Вы давно меня просили, сними, Рэй, видосик, сними видосик. Вот, ребята, надеюсь, этот видосик получится. Надеюсь, очень сильно хочу, чтобы получилось. Потому что уже, честно говоря, немножко раздражает, что ничего толком не получается. Все время то со звуком проблема, то еще там с чем-нибудь. Так, что, отлично, мы победили здесь. Да, и еще большая проблема, ребята, это в плане того, что развиваться. Я не знаю, это ну просто сущий ад какой-то, получать эти звезды, выбивать карточки, ну, не знаю. Если кто знает какие-то секреты, плюшки, фишки, прошу писать в комментариях. Надо, кстати, нам, знаете, что сделать? Я уже давно хотел замутить это дело... Дискорд подключить, ребята, да? Хотя бы в плане чата. Пускай, чтобы не... Ну и, в принципе, можно и поговорить. У меня игры есть, по которым можно пообщаться. Это Hustle Castle, Герои Магии. Ой, Герои Магии, Эпоха Магии. Так что я думаю, что всем должно это зайти. Так что, ребятушки, если вы за, то комментируем, опять же, это все в комментариях. Так, смотрите, ребята, что я сделал. Белару до двух звезд прокачал. Шаразара. Танеду нашего до двух звезд. Ну, Роланд имеет три звезды.
Так, и хотел я, ребята, посмотреть, что у нас. Так, на рынке мы заберем с вами суток. Вот опять начинается ожидание от сервера. Главное, чтобы не обрубило окончательно. Так, здесь мы получаем подарок. И что нам достанется? Дай что-нибудь хорошее. Компас, ну зашибись. Ладно, пускай будет компас, ребят. Надо посмотреть, сколько у меня очков. И попробовать себе купить. Может быть, скоро я приобрету себе берса. Мне бы очень сильно это хотелось, ребят. Не знаю, получится, не получится. Вот дали мне, кстати, за то, что я прошел квест за гномов, задание. Мне дали стрелка гномовского. Так, отлично. Ну что ты через каждые 3 минуты? Ну как же это раздражает, а, ребят? Я не знаю. Так, опять задание. Не понял, что... А, ну да, собрать. И надо посмотреть в испытаниях. У нас испытаний это сколько? Вот здесь вот можно пошухерить малька, да? А, нет, тут выполнено. Давай вот здесь вот. Справимся, надеюсь. Ну сейчас, ребята, мы нажмем, естественно, с вами на ускорение. Вот честно говорю, вот даже сейчас вот идти на основную сюжетку, я не знаю, ребят, ну там такая жесть, просто вообще, блин. Вы пишете мне усиляться, укрепляться, а как, ребят, как? Выбивать по одной карточке, так это лучше делать, когда у тебя есть сферы телепортации, так их у меня нету, они все заканчиваются, причем моментально. Ой-ой-ой, что-то как-то тут... Танеда, ты зарулишь? Здесь-то хоть зарулишь, я надеюсь? Слушайте, он, по-моему, здесь победит. Молодец, красавчик. Здесь хоть у тебя что-то получилось хоть раз в жизни. Так. Вот это, кстати, ребята, был гномий город. Он как раз находился у нас в пустыне. Так, что у нас здесь все выполнено, да? Естественно, откатики по 5 минут. Это все понятно. Целительная сила. А что у нас здесь в целительной силе? Что мы здесь будем получать с вами? Так, погоди-ка, здесь у нас получено, да, все? Давай вот это вот. О-оу, одна харана, вряд ли она, ребята, справится здесь в одно-то жало. Хм, я сомневаюсь, если честно. Ой, конечно, вряд ли, ладно. Тем более тут 2 раунда. Нет, ее сейчас быстро тут распакуют. Да. Был бы еще какой-нибудь целитель, можно было бы еще повыеживаться, а тут, как видите, бесполезно. Ладно, хорошо. Давайте тогда посмотрим, что мы еще с вами можем сделать. И сфер, видите, нету, ребят, сфер памяти, они все, тю-тю, закончились. Так, что у нас тут? Ну, думаю, что здесь должны справиться хоть маленько. Поехали. Так. А, сегодня же воскресенье, ребята. Сегодня все задания у нас активны, да? Точно. Так, 2 раунда. Ё-моё. Должны победить. Есть. Отлично. Ого, 10 монет золотых. Это хорошо. Так, я все еще никак не могу, ребят, дойти до клана и посмотреть свои очки. Сколько у меня их там накопилось. Так, ну что, тут откат, все нормуль. Проверка меткости, сразу же переходим. Так, подожди. Откатов нет, ребята, поэтому давайте по-быстренькому заюзаемся здесь, пройдем. Все это быстро, опять же, на ускорении мы сделаем. 2 раунда, нормуль. Так, ну, есть, 2-й раунд. Сколько у нас, интересно, ребята, стоит Цуна, а? И где она вообще у нас продается? Я хочу того персонажа просто-напросто. Надо его где-то заработать себе. Так, о, отлично, кому-то мы повысим скиллы. Это однозначно. Наверное, это будет у нас Роланд как основной. Хотя и Харани бы тоже не помешало бы. Так, ну что, здесь у нас тоже откаты, ребята. И осталась только игра в защите. А кем мы тут будем играть-то с вами? Хм. Ага, есть все-таки, да, у нас
Два даже. Это хорошо. Я думал, что у меня только один рогар, но нет. Давай, тоже по-быстренькому на ускорение. Есть. Готов. Ну, здесь, я думаю, тоже пройдем без проблем, без всяких, ребят. Так, так, так. Ать, нормуль. Отлично. Ну что, по заданию вроде бы все, ребята. Мы здесь закончили. Там уже откаты по 5 минут. Я даже не знаю, неужели нам придется сейчас идти опять на сюжет. Как говорил мне Андрюха, что нужно искать карточки, нужно одеваться, нужно то, сё, пятое, десятое. Он много чего говорил. Ему-то проще, конечно, все это делать, а не то, что мне. Мне тяжело. Так, давай, наверное, мы вот это вот с вами улучшим. А, тут можно еще так даже сделать. Ну, хорошо, давай сделаем так. 35 уровня. Нифига, он на 10 уровней меня, ребята, уже перепрыгнул. А стал играть позже меня, где-то... где-то на недели две, наверное. Так, вроде бы там все, да? Давай посмотрим по очкам, ребят. Скоро, кстати, 36 уровень. Зайдем в магазин и посмотрим. У меня всего лишь 520. Эх, не могу я здесь вообще ничего приобрести. А хотел вот... ангрима себе получить. Ладно, не судьба пока. Скоро, кстати, ребята, должны открыться рейды. Ну и топ-кланы. Надо будет стремиться к этому. Так, что у нас там в друзьях? Запросы. Подожди, или управлять? Так, давайте, ребята, почистим кое-что здесь. Кого очень долго не было, надо, ребята, удалять, потому что... много народу хочет зайти, но не могут, потому что все забито. Так, 8 дней, это уже много. Так, 5 дней. Ладно, еще денек-другой подожду. 3 дня еще терпимо. Так, остальные все играют. Только что. Значит, только один, ребята, у нас тут. Который... у тебя 29 из 50. То есть место еще, ребята, есть. Так что... все, кто желает, welcome, как говорится. Так, ну, добавляйся к... все понятно. Так, погоди. Так, повышение до ветерана. Так, ну все, это я... так, чип покинул. Клан. Кул баба. Клевая баба. Вступила. Так, ну ладно. С кланом, с чатом, все, мы здесь, ребята, разобрались. Вы еще раз, как говорится, надеюсь, поняли, что все вопросы решаются через Андрейку. Это мой друг в реале, поэтому, ребят, все будет хорошо. Так, ну что, блин, я не знаю, мне, я как посмотрю на эту светлую компанию, мне аж дурно становится. Вот, ребят, смотрите, докуда я дошел. Улей Рахни. Точнее, Рархни. И тут, ну, звездец просто-напросто. Просто звездец. Роланд спускается в подземную часть Империи Гномов. Давай я возьму битву. Посмотрим, ребят, кого я могу взять. Я могу взять Нарба. Я могу взять Рудика. Слушайте, ну... фиг с ним. Давайте я возьму Рудика. Одно могу сказать, что меня сейчас просто здесь распишут моментально. Здесь, если не ошибаюсь, я буду уже с жуками воевать. Да, по-моему, с ними. Ну, докуда дойдем, ребят. Так, готовимся к диалогу, к монологу. Это мы в Улье, по-моему, да? Сначала гнусные болота, потом палящая пустыня, а теперь... знаешь, Роланд, у меня просто нет слов. Неужели у нашей ведьмы иссяк весь яд? Я знал, что твоя душа не настолько черства... и есть еще шансы вернуть тебя к свету. А вот заладил. Отправь лучше к свету вот этих жуков. Ну или во тьму. Как тебе больше нравится? Да-да, ребята. Танеда. Танеда уже валяется. Угу. Собственная персона, он уже отдыхает. Ну, давайте будем. Вот эти вот жуки очень-очень злобные. Так, Рудик, ну-ка. Отлично, хорошо у тебя получилось. Да нет, мне это не надо.
Они очень бомбят сильно, поэтому, ребята, я думаю, что нет смысла. Сейчас у меня и Харана, по-моему, упадет. Ну да. Харана тоже упала. Я иду, как говорится, вперед паровоза. На самом деле, ребят, надо сюда уже приходить где-то, наверное, уровнем 40-м, как минимум. А не как у меня 35-й. Сейчас и Роланд упадет, естественно, ребят. Не без этого все, поверьте мне. Опс. Рудик-то, конечно, здесь разрулит ситуацию, потому что он 60-го уровня. Это для него как семечки. Ну, вот, видите, а у меня мои герои один за другим падают просто-напросто. Так, ну что, переходим с вами во второй раунд. И тут у нас одни жуки, ё-моё. Я никакого урона вообще не наношу. Вы посмотрите, что они делают. Поехали. Нечего тут выкаблучиваться, да, ребят? Офигеть, Белара выжила, молодец. Подземные крепости гномов захвачены Рархни. Боюсь, мы встретим еще немало жуков на пути к сокровищнице, где хранится посох. Будьте начеку. Вот так вот, ребята. Отлично. Будем начеку. Ну, я думаю, что нет дальше, хотя... Нет, нету дальше, ребята, смысла туда просто идти. Нас будут вечно колбасить. Кстати, за тьму тоже тупиковая ситуация, ребята, там. Давайте пойдем вот в долину сокровищ и посмотрим здесь кое-что. Угу, вот здесь я, значит, остановился. Эти я так и не прошел, ребята, все на 3 звезд Белара. Тут потом нежить будет, да, у нас. А ведь я хотел пройти акт первый. Акт первый у меня все полностью пройден. Акт второй тоже, как видите, все на 3 звезды. Все же на 3 звезды. Да, ребят. И вот акт третий мы уже допроходим. Слушайте, давайте его допройдем сегодня. Ё-моё, в конце-то концов, пока у нас есть герой, давайте его допройдем. Тут у нас 32 уровни. Битва. Мы возьмем. Так, я думаю, что Нарба нам еще пригодится чуть-чуть попозже. Домовой пока не будем брать. Так, давай посмотрим. 49 уровень, 49 это надо. О, вот, у нас еще есть, оказывается, один ангрим. Это Серега Нео, 45 уровня. Это очень хорошо, полезный воин. Так, давай еще посмотрим. Ну все, давайте, наверное, возьмем мы с вами ангрима. Вот именно от Сереги. И я думаю, что мы тут разрулим все очень даже. Погоди-ка секунду. Давай вот так вот мы поменяем. В конце-то концов, да? Подожди, и Тонеду... Нет, Тонеда пускай остается. Вот так вот попробуем, ребят, сейчас разрулить. Все-таки хоть... Да что ты будешь делать опять это ожидание от сервера? Я не понимаю, в чем, ребят, проблема. Вот честно вам скажу. Ого, мы что-то тут встали все в кружочек. Ну. Угу. Белара говорит, да? Мне все не дает покоя болтовня безумного старикана. Как можно было не заметить катаклизм? И все эти парящие осколки вокруг, не понимаю. Да, все это очень странно. Почему вы считаете, что катаклизм расколол этот край? Мой народ до сих пор хранит легенды о крае парящих островов и его могущественных магах. И его знаменитой библиотеке. И самом огромном хранилище артефактов, Кабальдун и все его приспешники. Да, это же, ох, библиотека рыцарей совета. Вот так вот, ребята. Каждый о своем. Ну, а у нас, ребята, бой. Слушайте, ну вот когда Тонедо у меня получил вторую звезду, он хоть более-менее как-то стал, ребята, тут бомбить. Можно и так сказать. Так, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. И... Слушай, она затаилась. Да, она затаилась. Нам нужно кого-то, ребят, с вами... Чпокнуть. Есть. Так, хиляет. Понятно. Ну-ка. Не пробил.
Ага, вот это очень интересно уже. Ну, понятно. Так. Почему у тебя такие слабые удары? Что она делает? Это что вот такое было сейчас? Она повысила шанс уклонения от физ-атаки. Да? Ну, от физ, а от магии-то нету у ворота. Так что прости. А, вот от физухи, да, действительно есть. Тихо, Танеда, держись, пожалуйста, родной. Опс, минус. Давай-ка вот так вот сделаем. Отлично. Серега, Нео тоже. Танеда, не надо, давай подхиляемся. Так, ну что, будем бомбить эту кикимору. Ну-ка, добивочный, отлично. Это раунд первый был. Поехали на раунд 2. Ангримы и копейщики. Естественно, мне нужно уничтожать ангрима в первую очередь. Так, тут раунда 3. Давай вот так вот сделаем. Вот я тоже его хочу, ребята. У меня только, правда, 5 карточек куплено ангримовских, а там нужно, по-моему, 25. Могу ошибаться. Но хотелось бы приобрести. Кстати, а вот эти вот очки клановские мы за что получаем? За битвы арены? Тихо, Танеда, ты опять у меня, как всегда. Только похвалил, что вроде бы стоит. И на тебе, получает опять звездюли. С какого вдруг... Он что, был отравлен, что ли? Что-то я не получил, он упал. Дурило деревянное это. Ладно, еще есть третий раунд. Я надеюсь, мы его успеем там воскресить. Кто у нас тут будет? Ага. Все, я понял. Давай-ка вот этих вот осколочников будем сразу уничтожать. Потому что они здесь нам будут мешаться. Вот этого, наверное, мы с вами вот так вот сделаем. Пускай он лучше пропускает ход. Так, пробуем уничтожить. Нет, только пол хп отняли. Давай тогда так сделаем. Вот интересно, вот это мне вот иногда удивляет. Почему он не может их сразу всех убить? Нифига вы тут, ребят, наяриваете. Не слишком ли много-то на себя берете? Так, погоди-ка. Он провокацию, что ли, взял? Точно. Он взял на себя провокацию. Ладно. Уничтожим. Так, мухи навозные. Так, мне надо... Вот, ах ты, не добили. А это что такое? Опа. В первый раз, ребят, такое вижу. Харана. Родная моя, держись. Ты мне сейчас нужна. Так, надо так сделать, ребят. Да что ж ты не пробил-то ее? Ну, естественно, Харана. Да, думал, на 3 звезды пройдем. Не получилось, к сожалению, ребят. Ну, ладно, хоть вообще прошли. Неплохо заработали здесь. Ладно, у нас еще 2 уровня, ребята, впереди. Не стоит... Как говорится, расслабляться. О, вот этот чувачок мне бы тоже не помешал, ребята. Есть возможность заработать карточки. 32 уровень. 32, 38. В общем, враги крепкие. 38 уровень. Это уже серьезная, ребята, заявочка. Поэтому нужно брать... Давай возьмем домового с гадалкой Зутимы. Получится, не получится. Надеюсь, что получится. Нам просто нужно пройти этот уровень. На последнем уровне я возьму Нарбу. Так, начнем, пожалуй, мы вот с этого. Пройдохи. Он у нас хиллер. И не только, кстати, хиллер. Он еще и бомбометатель, можно его так прозвать. Погоди. Нет. Вот так вот сделаем. Так, что ты там делаешь? Хиляешь? Ну ладно, хиляй. Вот, Роланд молодец. Ага, вот уж дудки вам всем тут. Давай-ка мы эту Зутиму тоже завалим сейчас. Белара не пробила. Ну,
Шаразар, ёпарасоте. Ну, я думал, ты уж пробьешь, так пробьешь. Но не пробил. Вот это хорошо, что она бьет нашу Зутиму. Все, гном упал. И добиваем, да? Добили. Так, переходим на второй раунд. Смотрим. Кто тут у нас? Блин, опять эти жуки, а? Опять эти жуки. Надо одного, ребята... Нет, давайте лучше вот так вот сделаем. И попробуем. Ну что, неплохо он кританул, в принципе, Шаразар-то. Давайте вот так еще, мух. Блин, уклонился, а? Нет, сдох. Хе-хе-хе. Ты видал? Видал, что вытворяет эта гадина? Да ты достал уже, эй. Сейчас мне еще Роланда шибанет. Так дело не пойдет, надо ее уничтожать быстрее. Так, третий раунд, заключительный. О-оу. Так, у нас кровотечение, ребят, стоит. Я вот так вот, ребят, поставлю щиты. И, наверное, нет, не будем пока хиляться. Подождем маленько. Кстати, а вот сам король гномов, ребят. Это король гномов. Или король, или старейшина. Ну, кто-то такой, ребят. Важная шишка, короче, одним словом. Окапывается. А они потом прыгают, ребята. Этот еще и инвиз бросает, ладно. Так, Зутима, плохо ты ударила. Очень... Ой! Роланд вообще... Это что такое сейчас было? Фига пропечатал. Давай попробуем... Хильнуться, малька. И что-то надо сделать. Блок. Офигеть, ребята. Просто с удара, да, Танеду опять же накрыло. Они все пробафанные. Я манал, ты посмотри. Все абсолютно. Причем довольно конкретно. Да вы достали уже, а. Надо добить вот этого опоссума, а потом уже... Нет, нет смысла резать. Или есть, потому что я боюсь сейчас ее... Оу. Больно. Все, готов. Отлично, давайте вон тех жуков, ребята, добивать. Ну что, я могу сказать, что это лучший вариант, когда они... Зутиму атакуют. Мы сейчас с вами вон того жучка попробуем. Уклонение. Как же так-то, ребят? Так резаться, не знаю. Пока не будем, ребят, не будем. Потерпим еще маленько. Опять этот окопался, значит скоро будет прыжок. А этот в кого? Вот уже сейчас. Уже становится опасно, ребят. Надо ставить... Надо хиляться. А, нет, она не хиляется. Она усиливает себе атаку. Оп! Ты смотри-ка, у меня Харана чудом выжила. Каким ума не приложу. Так, ну-ка, попробуем так прожать. Отлично. Нет! Фу! Ребят, на 3 звезды... Я офигел, я не думал, что Харана такая живучая, если честно. Ну, как видите, опыт показал, что она выживает. По крайней мере, от этих жуков уж точно. 3 попытки ее уничтожить, и она выстояла. Это хороший показатель, между прочим. Так, ну что, нам еще остался здесь уровень, ребята. А, нет, вру. Вру, 2 уровня еще нам, ребят. Так, глава 9. Знания и сокровища библиотеки Ордена Совета поражают воображение. Смогут ли герои устоять перед таким искушением? Ну, а почему мы не сможем? Должны смочь. Так, 2 звездочных героев здесь уже много. Поехали, битва. Слушайте, а кого же мне тогда... О! Орехонский гвардеец, ребята. Полтинничек. Мощей, конечно, не так много, но я думаю, что
Он должен нам здесь затащить эту каточку. Хотя можно Харгрим. Оу, Харгрим. 5 звезд. Ау. И тут 5 звезд. Черт, я не знаю, ребят. Ладно, поехали. Талма возьмем с собой и посмотрим, как он у нас разрулит эту ситуацию. Как он мне поможет, точнее, разрулить. Что бы я делал бы без вас, родные мои? Так. Неплохое начало. Он сделал... Он провокацию, да? Нет, не провокация. Это просто усиление защиты он сделал себе. Так, а что мы можем вообще сделать? Что вот это такое? Восстанавливает себе 30%. Ага, понял. Самолечение, короче. Повышает уклонение от магических атак и магическую стойкость на 19 в течение... опять же на себя, да? Сработать метку класса защитник. Ну давай по... Ага, недоступно. Погоди-ка, а почему? Кто взял провокацию на себя? Ага, вот этот вот, голубчик. Слушай, я думал, что мы его с удара сможем наказать. Нифига не получилось. Крепкий враг. Ну-ка, так если... готов. Осколочник. Ой, как сильно бомбанул. Бумкнул-то. Значит, вот тебя мы... Да подожди, ах. Они теперь по очереди, ребята, берут провокацию. Вот оно что. Хильнемся. Вот это молодец, это ты хорошо придумал. То, что нужно, атакуешь прям. Так, это что сейчас было такое? Что за свирепый такой крик? Тебе, наверное, надо маленько отдохнуть, я думаю, гномик. Мы будем вон того... Не понял, провокация. Я хотел того, но вообще-то бомб... А, недоступно. Ну да, ребят, провокация висит. Поднять щиты. Ну что ж, придется тогда его наказывать, раз он взял на себя такую роль провокатора. Так, ну резать нам пока не надо, поэтому все хорошо. И это только первый раунд, ребят, не забываем об этом. Ну-ка, Шаразар. Слабо. Слабо бьем. Так, вот этого мне только не хватало. Еще он кислотой пуляется, а? Да когда ж ты упадешь-то, блин? Достал уже, в самом деле. Сам по себе он ватный, ребят. Вот этот вот хмыреныш. Надо нам, наверное, лучше осколочника бомбить. Ха-ха-ха-ха. Конечно. Губешки раскатил. Похиляться не могу я пока, ребят. В откате. Возможность. Гасар. Какой ты гасар? Гнусар ты. Вот ты кто. Давай-ка его. Оп. Пробили. Отлично. И переходим с вами плавненько на второй раунд. Здесь у нас... Ох, как же вот эти меня, ребята, раздражают. Давай так сделаем. Знаете, в чем еще здесь прикол? Что есть... Скажем, враги, которые уязвимы к физухе, а есть, которые, наоборот, к магической атаке. И вот запомни, как говорится, все это дело. Ха-ха. Ну-ка, пробьем. Пробиваем довольно неплохо. Что он делает? Ну, это живем, живем, ребята. Это еще нормуль. Единственное плохо, что у нас в откате отхил. Отхил. Нам бы полечиться бы сейчас не помешало. По крайней мере, Харани. Как видим, у нее меньше всего здоровья. Кто тут появляется у нас? Жуки, по-моему, сейчас должны быть, да? Ага. Тут весь сброд. И жуки. И... Так. Я не помню, что вот это означает. Наносит урон всем противникам. Они получают на 17% больше урона в течение 2 ходов. Ну давай, есть. Есть резон сделать такое, ребят. Да что ж такое, еще ход, ребят. Нам нужно пропустить, чтобы рисануть. Надо щиты поднимать. Опс, убили, просто жука убили. А щиты-то у нас в откате, ёпарасете. Нет, не надо нам восстанавливать. Придется ее убивать, ребят. Я хотел, конечно, переключиться на другого персонажа, но
Отлично, хорошо. Это меня устраивает. Так, гном. Что мне сделать-то? Давай попробуем так его пронзить. Офигеть, блин. Тогда жука. А, недоступно, он взял провокацию на себя. Что же нам тогда сделать? Ну, придется бомбить его, а что еще-то? Вот, щиты поднимаем. Хотя бы вот я для чего ждал, ребят, чтобы Харану хотя бы немножко обезопасить. И вот так вот сделаем. Вообще шикарно, удачно. А это мне плевать, что ты бьешь. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Ты думаешь, что это тебе поможет? А может быть, поможет какое-то время простоять. Так, ну-ка, прибьем. Чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой, не надо. Танеда, не падай, пожалуйста. Да ладно, блин. Слушай, ты достал уже в корень-то. Колдунья там, колдуешь мне. Да что у него там за защита? Понял. Магическая защита, ребята. Не... Ну-ка, что за фигня? Так, урон увеличен. Не может упасть ниже единицы. И сколько это будет длиться? Ага, закончилось. Нет, не закончилось, блин. Так, ладно, я его рисану, ребят, не волнуйся. Я не могу понять, а как мне вот здесь-то быть? Хм. Хорошо, попробуем завалить вот эту вот магичку. Может быть, все на ней держится. По крайней мере, заклинание. Нет. Ха. Так, ладно, этого жука... Подожди-ка, я не понял, ребят, ну как? Ниже единицы. Провокация это... А как же мне его тогда подбить? Все, пропало. Давайте его добивать нафиг. Оживляем нашего гвардейца. Убиваем гнома. Как-то недоступно. Все доступно. Чего вы мне там втираете-то? Кстати, вот эти вот ребята жуки как раз и завладевали умами гномов, которые против нас потом и дрались. Но когда я главаря там убил, жуков я имею в виду, все сразу обрадовались, ой, гномы пришли в себя, сказали, ой, молодец, спасибо тебе большое, Роланд, что ты нас излечил, елки-палки. Роланд, конечно же, говорит, ребят, а будьте мне добры, дайте, пожалуйста, посох в знак благодарности. Ой, а ты знаешь, посоха у нас нет, его похитили. И, как всегда, мы с вами отправились в дальнейшие странствия. Так, ну что, здесь тоже на 3 звезды получалось. И вот, ребята, конечная у нас глава 10. Белара готова оставить товарищей ради своих честолюбивых устремлений. Опять? Вы представляете, ребята, Белара хочет нас покинуть. Я не позволю. Не позволю, и все. Ух, что это за новости такие, да, ребят? Покинуть она нас хочет. Берем, ребята, с вами Нарби. И вперед. Так, ну что, давайте вот так вот сделаем. Вообще классный, классный чувачок 65 уровня, бомбит просто на ура. Поехали дальше. Ну, с этими сосунками мы тоже с вами сейчас легко справимся. Давай добьем. Так, вот с этих вот пройдох начнем. Одного уничтожаем. Так, этого мы сможем пробить? Нет, не получилось. Хорошо. Беллара уничтожает. И остался у нас тут один кобальт. В стойку встал, да? А прикольно так сделано, да, в библиотеке. Полки, все так двигается. Прикольно. Ну что же, третья волна, ребята. И я здесь сделаю, ну, дойдет ход Нарба, и, естественно, сделаю им супер удар. Офигеть, а это кто такой? Что это за маг такой у нас? Прикольный.
Да что ж такое-то, нету пока возможности, ребята. Давайте я, наверное, его утихомирю пока, на всякий случай. Вот так еще сделаем. Поднять щиты, на всякий случай. И вот так бомбим. Ай, красота-то какая. Так, ты хорош там буянить, пожалуйста, не надо так больше поступать. Это первое и последнее предупреждение было. Ну и добиваем гнома. Все. Шикарно. Ух ты. Неужели опять этот колдун от нас будет убегать сейчас? Мы теряем здесь время. Пока демоны продолжают разорять наш родной мир, надо выбираться. Выбраться? Да ни за что. Какая мне разница до заурядностей с их заурядными проблемами, когда я попала в библиотеку Ордена. Умерь свой пыл, Белара. Неужели ты думаешь, что демоны не доберутся и сюда, рано или поздно, но и тот край падет под их натиском? Эх, там пропустил, ребята, слишком быстро нажал. Ну, наверняка Белара сказала, типа, успокойся, иди лечи кого-нибудь другого, только не меня. Она же у нас самостоятельная девочка. Только не говорите, что она действительно от нас ушла. Такого быть не может. 3 звезды, давай, пожалуйста, мне сюда. Вот так вот. Погоди, а что еще осталось? А, все, понял, ребята, акт в разработке, то есть... Дальше нету еще продолжения, да? Понятно. Но уже какой-то, ребята, плюс, что мы с вами вот с этим делом закончили. Так, давайте заберем вот здесь вот награду. У нас по героям тоже все, по-моему, отлично. Танеда, что там у тебя можно? Ага, особый. Давай выучим, улучшим, точнее. Хорошо, тренироваться мы не можем, потому что все пока 35 уровня, я сам 35 уровня. Но левел уже, как говорится, ребят, не за горами. Не за горами, осталось совсем чуть-чуть. Так, у нас откаты вроде бы, да, должны произойти. На событиях есть что-нибудь, нет? Начнется через 2 дня. Через 73 дня путь ниндзя, да вы... Че, вы издеваетесь, что ли? А охота на лис вообще через 80 дней? Фига вы. Вот это у вас, ребята, откатики, я вам скажу. Так, ну давайте зайдем на испытание. У нас можно еще раз, да, пройти ведь? Конечно, можно. По-быренькому опять же прогуляемся. Эти плюшки надо, ребята, постоянно проходить. Довольно добротные такие призы дают. И причем они здесь довольно ватные. Так, отлично. Так, ну что, будем еще дальше бомбить? Или это мне лучше за кадром? Я, наверное, это, ребята, за кадром сделаю. Сейчас лучше мы пойдем с вами. Куда? Так, мне бы до 40 уровня добраться как-нибудь. На арену мы пока не пойдем. В темную компанию я тоже пока не рискую, ребят. Там, блин, как-то сурово все очень. Вообще сурово. У меня путь мертвых, ребята. И вот здесь, вот смотрите, 30... Вот, Цуна. Меня здесь Цуна просто убивает. Если я найду, конечно, какого-нибудь сейчас хорошего кореша, который может противостоять ей, то, может быть, мы пройдем. Единственное, пока кого я вижу, это леший, гасар. Ну, попробуем, ребят. Хотя не уверен, что у нас получится все это дело, но попробуем. Ну, что-то я не могу его добавить. Что-то игра, что ли, зависла, или что, или мне кажется. Нет, все вроде нормально. А почему я не могу? А, вот, теперь добавляется. Так, и как видим, у меня тут все слишком ватные, слишком слабенькие, ничтожные. Цуна их просто рвет, ребят. Всех причем рвет.
Вот она встречается нам. Ух ты, настоящий подменыш. Эй-эй-эй, а может в меня превратишься? Ну, пожалуйста. Лиса. Что Тобор забыл в проклятой топи? Ой, ну какой же ты скучный. Стоять, мы еще не закончили разговор. И вот на этом, ребята, у нас начинается битва. Давай вот здесь вначале на автобой поставим, буквально до Цуны. Что за фигня, я не могу понять, что... Не могу, ребят, смотрите, авто поставить. Странно. Я даже не могу скорость понизить, ребят, вот смотрите. Вот кликаю и нифига. Почему? Что за ерунда такая? А, вот, теперь... Теперь могу... Что за бред происходит, ребят, я не знаю. Так, ну что, вот сейчас, по-моему, Цуна будет. Она как раз... А, нет, здесь пока нет. Она в последнем, да, в последнем раунде она появится. Знаете, в чем у нее прикол? Она делает провокацию на себя, и в то же время у нее есть контрудар. Вот за счет контрудара она, ребята, всех и наказывает. Так, давай посмотрим. Пока есть возможность, ребят, давайте наказывать. Вот, все, она делает провокацию, и тут начинается полный звездец. Как видите, я ничего абсолютно не могу ей сделать. Просто ничегошеньки. Наносит урон противнику, понятно. А это что у нас? Дымовая завеса, которая... Давайте вот так вот сделаем. А, минус кобальт, минус второй кобальт. Понеслась, как говорится. Недоступна. Она что, тоже скрылась, что ли, типа, да? Так, бросает, наносит огромный урон противнику. Давай вон тому нанесем огромный урон. Так, добьем этого ханыгу сейчас. Так, и займемся уже Цуной. Е, неужели мы ее сейчас одолеем? Блин, ханыга, елки-палки. Да, мы победили здесь, ребята, Цуну. Отлично, значит, двигаемся дальше. Ханыга, что там спрятался-то? Типа я его не вижу, да, укрылся там. Так, отлично, ребята, отлично, ничего не могу сказать. Помог мне здесь гном, помог. Отрицать не буду. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут за следующий уровень. Глава четвертая. Цуна выходит из, казалось бы, безвыходной ситуации, а Шаразара ждет новое испытание. 35 уровень. Ну, в принципе, это еще как-то под силу нам, да? Это нам под силу. И кого мы возьмем с вами? В помощь мы с вами возьмем... Опа! Паста М. Кобальт, боец ближнего боя. Да что за фигня такая, я не пойму, то ли игра подвисает, то ли... Смотрите, не могу. Какая-то ладошка появилась, что за фигня? Нет, я не хочу вот этого. Что-то странное тут происходит. Все добавляется, что-то с игрой не в порядке, ребят, зависания какие-то или подлагивания. Так, ладно, попробуем здесь с вами справиться. Получится, не получится. Фух, поехали. Ну-ка, ханыга. Да, действительно, ханыга. Так, пробьем. Дудки. Так, пробуем. Пойдешь ты или нет, гаденыш, а? Ну-ка, зажарь. Отлично. Так, это у нас первый, да? Еще два раунда впереди. Да, какие-то у меня здесь... Они вообще не раскачаны, ребята. Ну, вата-ватой. Одним словом, чего уж тут говорить. Минус. Ханыга, как всегда, падает. Это и... Это понятное дело, ребята. Куда ему деваться-то? На то он и ханыга, чтобы валяться вечно. Давай-ка вот так вот сделаем. Так, а что? А, это у тебя стойка закрывающаяся, понял?
Они все на Шаразара, нет? Нет, ну почти, ребят. Так, сейчас пробьем, ребят, не волнуйтесь. Оп. И осталось одного добить, но у нас это второй только раунд будет закончен. Еще один кобальт упал. Нормуль. Так, третий раунд, заключительный, да? Так, у нас здесь жрец крови. Вот так, минус. Жреца больше нету. Давай вот так вот. Так, ну что, остались тут шиш да не шиша, ребят. Минус. Так. Да что ж такое-то, не хочет падать. Ну, да елки ты палки, ты будешь падать или нет? Упал. А этот только кобальдов уничтожает, а? Гаденыш. Вот так вот. Ого. А теперь ты ответишь на мои вопросы, лиса. Живая теплая кровь, скоро она заструится по священным камням, и я буду прощен и искуплю вину. Кобальт, тебя побери, ты спугнул ее. Кобальт со своей песней. Будет он прощен, да? Нет, ты не будешь прощен, ты так и останешься никчемным трупаком. Да, ребят. О, еще у нас что-то здесь. Так, кто у нас тут? Так, Ангрим, у меня, ребята, 10 карточек. Нужно еще 15, чтобы его открыть. В принципе, по большому счету, да, вот если посмотреть, ребят. Да что такое, опять что-то с игрой, ё-моё, я не понимаю. У нас, блин, вот на Рока, да, нужно 145 карточек. На Цуну нужно 50. На Суккуба, блин, Суккуб тоже стоит 145 карточек. Ага, Мирдин 145 карточек стоит. Так, что у нас тут еще есть? Ну, героев тут, ё-моё, ребят, хватает. Тут их с головой еще замучиться собирать. Это только одной фракции. Тут еще вот, вот. А здесь только один. А, это, короче, все общее, да? Подожди. Вот у нас герои, типа, люди, звери. Или, я не знаю, как их назвать. Так, Рогар, что тут у тебя такое? Надеть? Давай наденем. И тренировка. До 35 уровня он у нас раскачивается. Хорошо. Отлично, немножко подрос. Так, задание. Забираем. Отлично. Ну что ж, дорогие мои друзья, нам осталось совсем немножко до 36 уровня, а мы будем с вами закругляться на этом. И увидимся уже в следующей, как говорится, серии, и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.